Фильм CBC под названием «Средний коридор. Великий шелковый путь 21 века» стал победителем международного конкурса «Казахстан. Глазами иностранных СМИ». Эта документальная лента была признана лучшей в номинации от региона СНГ и Евразия. Автор фильма, редактор телеканала CBC Елена Косолапова, подробно рассказывает о развитии международного маршрута грузоперевозок из Китая в Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ и о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в рамках этого проекта. В картине повествуется о планах Казахстана по развитию транспортно-логистического сектора, мерах, реализуемых для расширения пропускной способности среднего коридора, и приводятся комментарии казахстанских официальных лиц и экспертов о возрастающей роли этого транспортного коридора в экономике стран, через которые он проходит. Отмечается, что много веков назад исторически великий шелковый путь способствовал развитию многих государств и народов. В 21 веке у стран региона появилась уникальная возможность возродить этот маршрут в форме среднего коридора и вновь стать центром торговых путей континента. Его влияние на экономику региона и мира может быть столь же значимым. Конкурс «Казахстан. Глазами иностранных СМИ» проводится с 2014 года. Его учредителем является Министерство иностранных дел Казахстана. В этом году для участия в нем были поданы 80 материалов из 30 стран мира. В других номинациях лучшим были признаны работы журналистов из Бразилии, Египта, Испании, Италии, Кыргызстана, России и Японии.